Так, ушли. Давай, там вторая точка еще есть. Уважаемые жители гости Анапы, посмотрите, пожалуйста, чем травят гостей Анапы. Какой тут суррогат налит, неизвестно, что здесь, какой яд. Да, посмотрите, кто-то кому-то что-то продавал. На каком основании вы все снимаете? Я журналист. Вы журналист? Какой газет? Русские ворота. Прокуратуру эти съемки, пожалуйста, пусть разбираются. Да, вот куда хотите, мне рад. Просто не надо мне снимать. Скажи. Ну, дай Рот закрой, не ори. Нет, не нормально разговаривать. Понятно? Я же попросил мне не снимать, что я не буду. Все, отойди в сторону и молчи. Да, пахнет спиртным, действительно. Что-то взрослый такой в возрасте и такие, как грубите, вообще непонятно, за что вы грубите. Все. Найдена в кустах бутылка с неизвестным содержанием. Предположительно, алкогольная продукция неизвестного производства. Ну вот, одни торговцы убежали, как зайцы, увидели казаков. Это еще подтверждает то, что это незаконно, что это отрава. И мы, казаки, выливаем вот эту вот гадость наглядно, чтобы все видели. Это покупать нельзя, потому что можно отравиться. Сотрудники полиции, к сожалению, не успевают уследить за всем. Я понимаю, очень тяжело, поэтому мы помогаем сотрудникам полиции.